В течение этого года 8 одесских поликлиник будут перепрофилированы в центры первичной медико-санитарной помощи. На сегодня определена цифра в 182 врача пройдут обучение в 2013 году в Одесском национальном медицинском университете и получат специальность «Общая практика семейной медицины». Финансовая поддержка для этого проекта необходима в размере 1 562 000 гривен. Также более быстрой обещают сделать и скорую помощь, которая будет осуществляться в системе экстренной медицинской помощи. Одесская станция скорой помощи переходит на финансирование областного бюджета. При этом, уверяют в горуправлении, полностью сохранятся структура, штатное расписание, а также все помещения под станцией. Никто никуда не увольняется. Вы слышите, что надо нам 105 бригад, у нас есть чуть больше 60. Мы должны укомплектовать, мы должны набрать людей. К сожалению, сегодня в интернатуре, вот в этом году, врачей-специалистов неотложных состояний, врачей скорой помощи выпущено всего 6 человек. Если с фельдшерами, средними медработниками у нас более-менее благополучно, то врачей нам не хватает. В Одессе все вызовы на номер 103 будут поступать в единую диспетчерскую службу. На экстренный вызов бригада скорой помощи будет приезжать в течение 10 минут. Программу реформирования в целом по Одессе планируют завершить в 2019 году созданием госпитальных округов.